Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и в TopSwap вышло долгожданное, ну как, так-то оно не долгожданное, но все-таки обновление. И сейчас я быстренько расскажу, как здесь эффективно действовать. Вот уже набил 1200 в час. И расскажу, что и куда. Сейчас уже разобрался. Вот этот раздел, кстати, так и не работает, где должна была быть их нецентрализованная биржа. Децентрализованная. И сейчас мы посмотрим вот на этот город. Во-первых, все, кто когда-то играл в Clash of Clans, привет. Как бы здесь система аналогичная. И что здесь, собственно, можно делать? Просто прокачка города по такой же системе, как вы прокачиваете карты условно в хомяке. То есть одну карту можно прокачать, если другая докачана до определенного уровня, и так постепенно все прокачиваете. Вот это первое здание можно прокачивать за валюту, которую за просмотр видео дается. И, соответственно, чем дальше прокачка, тем дольше нужно ждать. Сколько оно будет строиться, у вас есть два строителя, просто один в один, как Clash of Clans и во всех подобных строительных симуляторах. Вы можете докупить за гемы его, а гемы вы можете купить за донат, либо же получать за выполнение заданий. Ну, собственно, здесь куча всяких зданий, и их прокачка по порядку дает вот эти вот кубы. Часть зданий прокачивается за монеты, одно здание прокачивается за эту валюту, и часть зданий прокачивается за кубики. И соответственно, прокачивая все больше и больше, вы будете получать больше кубов, и очевидно, что это напрямую будет влиять на airdrop. Что ж, мне, собственно, всегда такие игры нравились, поэтому мне будет не особо запарно заходить там пару раз в день и прокачивать свои здания, чтобы набивать вот это все выше и выше. Одно вот неудобный момент, что нужно вот каждый раз вот так сидеть и прокликивать каждое здание, чтобы посмотреть, что я могу прокачать, а что нет. Но это, собственно, не такая уж и большая проблема на самом деле. Вот, например, это здание строится за 2500 монет, но это, конечно, вообще прикол, а не ценник. И для этого нужно прокачать таппинг-гуру на первый уровень. Где у нас расположен таппинг-гуру? Нужно найти. Так, вот оно вроде. Таппинг-гуру, да. А для того, чтобы построить это здание, нужно монументу Тонкоин прокачать до третьего левела. Идем к монументу. Вот он, монумент. Для того, чтобы его прокачать, нужно заплатить 460 блоков. Ну, в моем случае это как раз возможно, я накоплю и, собственно, все сделаю. В заданиях смотрите просто ролики, значит, ссылка вот на канал есть в описании, в котором я публикую все комбо, то есть здесь постоянно выкладываются вот коды на TopSwap, чтобы вам ничего не искать. Ссылка будет в описании на этот канал. Ну, собственно, я думаю, всем давление ясно, когда будет airdrop. Ну, обещали в октябре, в конце сентября, в начале октября. Думаю, все-таки они не будут столько времени тянуть, поскольку у них уже есть обязательства перед Тоном, и если они будут переносить и делать из этого какой-то Clash of Clans симулятор, то мы так они долго не протянут. Что дальше? Они добавят атаку на базу и покупку, знаете, каких-то варваров и так далее. Ну, сомневаюсь. Думаю, этим все ограничится, и довольно немного на это времени нужно тратить, если честно. Поэтому всем удачи. Кого еще нет в TopSwap, будет ссылка обязательно в описании и в закрепленном комментарии. И подписывайтесь на канал с комбо и канал, в котором я выкладываю прочую полезную информацию по этим тапалкам. Всем спасибо, вы были канал Lean Hustle.